всем. Давно мы не путешествовали по улицам Торонто. Ну вот сейчас попутешествуем. Для меня это улица Дафрин, южное ее ответвление. Она имеет в Торонто есть две улицы Дафрин одним названием, но они не соединены с друг с другом напрямую. Вот это южный, так сказать, а есть еще северный Дафрин. Мы едем на юг по южному Дафрину в сторону озера Онтарио, центр города, даунтаун. Но сам даунтаун мы сегодня не въедем. Доедем до Большого Мола. Погода очень хорошая. Вот, Южный Дафрин очень, очень гористый. Вообще, южная часть Торонто очень холмистая такая. И вот видите, как идет наверх. То вверх, то вниз идет пригород. Пригород такой. Очень холмистая часть. Особенно вот тут в Дафрине чувствуется, когда едешь. То вверх, то вниз. Вот сейчас вниз. Такой пригорок. Здесь пока низкорослые такие дома. Частные домишки такие. Погода хорошая, жарко. Дождя нету, но говорят, что в северной части и за пределами Торонто на север, там чуть-чуть было сильное торнадо, разрушило дома, в общем, целое дело. Но здесь такого не было, все не чувствуешь. Только вот в северной части за Торонто есть такой город Берри, вот там случилось. Разрушено дома, торнадо. Было торнадо, хотя в Канаде это более редкое явление, чем в Америке. В Америке в основном часто бывает торнадо, а здесь довольно редко, особенно в Онтарио, особенно в окрестностях Торонто, это большая редкость. Ну вот сейчас вот чуть севернее Торонто было. Сильное торнадо, сильные разрушения, они говорят, там в районе Берри, даже чуть-чуть южнее. Хорошо, что сюда не пришло. Такая облачность есть, конечно, то солнце то выходит, то заходит, но в целом тепло. Эпидемиологическое положение очень хорошее у Торонто сейчас. День прирост уже еще около 28, по-моему, было. Позавчера, по-моему, максимум 45 было. Ну, в общем, несколько в пределах десятков. Это очень немного. Даже было один день, какой-то 18 всего лишь. Это из-за массовой вакцинации. Здесь хорошо проходит. Из-за вакцинации вот резко упала заболеваемость. Открыли молы, в общем-то, для посещения. Поэтому сейчас как раз едем в Большой Мол, Дафрин Мол. Сейчас посмотрим, как там. Вот. Открыли даже не только внутри ресторана, частично для малого посещения. Внутри можно рестораны уже открыть, они открывают. В общем, фаза третья наступила. Тут три фазы. 1, 2, 3. По мере открывания. И 3 это уже довольно-таки там, большие свободы для посещения. В кинотеатре 50% загруженности. Можно, наверное, через место сидеть. В ресторанах до 20 внутри можно сидеть. Вне
там еще больше. В общем, ну и самое главное, молы открыты, это уже, конечно, чувствуется, что, ну, маска, конечно, носит, при условии ношения масок это сохраняется пока. И моли все ходят в масках. Везде. Это да. Ну, в ресторанах нет, потому что им надо кушать. В маске не будешь кушать, а там можно. А у молов все ходят в масках, конечно. Вот, так что. Пожалуй, одно из лучших положений в мире. Сейчас тут Торонто, среди мегаполисов особенно. Вот. Видите, какая гористая улица. Вверх-вниз. Холмистая, вернее. Вот сейчас вниз идет. Под углом стоять надо. Все вниз идет. Очень холмистая, да. Улица. Да, ну поехали. О, там измерилка. А, нет. Лучше измерилка скорости. Здесь вообще ограничение 40. А, вот измерялка стоит, да. Вот измерялка скорости стоит. Везде по городу они понаставили, штрафы выписывают. Надо здесь осторожно ехать. Ну, летом, как всегда, идут дорожные работы. Мучение для автомобилистов. Вот сужение идет. Пожалуйста. Мотоцикл, мотороллер. Мотоцикл. Нет, мотороллер. Ну, бесконечные дорожные работы летом. Мучения такие. С конца перегораживают дороги. Еще скоро мы доедем, да, мало осталось до этого большого мола, Дафрин мол. Давно я там не был. Кое-что надо там, может быть, зайдем прикупить. Всех дорог они что-то там ремонтируют. Без конца столбы везде. Летом это просто до глубокой зимы. Так будет. Ремонтируют, а все. Дороги в жутком состоянии. Приближаемся к молу, скоро доедем. Здесь все в основном маленькие такие домики, невысокие. И, ну, так, Мидтаун еще, даунтаун не доехали.
Ну еще мы так и не доедем сегодня до Даунтауна. До Фенмол все еще Мидтаун. Восточной Европы большие многие комьюнити вдоль этой улицы. Украинская такая большая комьюнити. Прибалтийская, украинская, польская. Туда дальше, направо, если идти. А здесь, по-моему, португальская комьюнити тоже в этой части. В общем, да, вот так. Сейчас завернем направо, будет Дафрин Молл. Должны тоже пускать уже свободу, посмотрим. Так, повернем сюда. Здесь вот. Опять измерял ты скорость, что я здесь тихо едем. Ой, здесь 30 полагается. Может еще. Ну все равно, даже меньше. Я шел меньше 30. Часть всегда бывает место. А там еще и Ноуфрилс есть. Да. Большая плаза вообще. А, это специальная стоянка, а здесь общая. Сейчас на общую поставим. И все. Ну, куда поставить? Сюда, что ли? Сюда поставим. Места полно. Сейчас посмотрим. Вот так приехали в Дафрин Молл.